И я хотела вам рассказать об одном нюансе. Для того, чтобы сделать очень грамотную гонотропную схему лечения вместе с боровой маткой и с красной щеткой, вам нужно найти хорошего специалиста. Часто мешают боровую матку и красную щетку в одном составе и, в общем-то, принимают такой чай. Он хорош будет при воспалительных заболеваниях, при гинекологических. Если с помощью фитоэстрогенов предполагается наладить гормональный цикл, наладить менструационный цикл, если предполагается пролечиться именно от бесплодия, то здесь схема чуть-чуть другая. Боровая матка пьется с первого сухого дня до 14 дня цикла, а красная щетка начинается пить именно с 14 цикла до менструации. Делается перерыв на менструацию и так дальше пьется. Такая схема предназначена для того, чтобы, называется это иногда гормональные качели, раскачка, потому что боровая матка больше стимулирует выброс эстрогенов, а красная щетка действует еще и на прогестерон. Поэтому вот так на очень грамотная должна быть схема. Если вы найдете такого специалиста, то по бесплодию можно получить хорошие результаты. Эти травы очень сильные, и очень многим помогло именно в решении именно такой проблемы. Плюс они, конечно, септируют, мочегонят, омолаживают, улучшают вообще иммунитет, придают силы, что тоже немаловажно.